Ну, у Лермонта уже это описано. Сначала человека доведут до того, что он станет циничным, да? А потом обвинят его в том, что он стал циничным. Ну, допустим, как-то так. Или э, доведут до того, что он стал бесчувственным. А потом обвинят в том, что он бесчувственный. Интересно, вот как, как решить этот вопрос? Получается? Блин, какой-то школьный вопрос. А что хотел сказать Лермонтов? Что он сам на этот счет думал? Ну, я имею в виду в герой нашего времени, что там так такое происходит. Что это значит? Значит, что... Ну, у меня сейчас всплывает в голове, что нельзя поддаваться и нельзя становиться бесчувственным, как бы тебя к этому не склоняли. Потому что дальнейшее обвинение в бесчувственности будет небеспочвенным. Может быть так.